Радио Минск. Объяснительно. Объяснительная наша рубрика, где можно получить подарок. Сегодня это культурный подарок, чтобы завтра первый мартовский день провести в культурной атмосфере, а именно в Белорусском государственном академическом музыкальном театре. Вот. Вчера случалось там бывать. Вчера? Да. И да. Как? Ну и по рабочим моментам, но все равно красиво. Ну одним глазком все равно... в буфет заглянули хоть? Естественно. Какой бутерброд с икоркой, а с сыром? А тот, кто будет завтра в Бенуаре, кстати, благодаря объяснительной, тот посмотрит музыкально-фольклорную драму «Беспреданница». Вот. Загрустили сразу. Ну не надо грустить. Нет, ничего как бы барахла какого-то за душой. Ну и хорошо. Ну да. Нечего терять. Для того, чтобы получить пригласительный в театр на «Беспреданницу», вам нужно сейчас поучаствовать в рубрике «Объяснительная». Наши друзья из МЧС. Да, из городского МЧС. Гораздо объяснять слова. Очень у них это все хорошо получается. Очень понятно они объясняют. Вот сегодня будет определенное слово. Их объяснением подвергнуто. И вам нужно будет догадаться, что же это за слово такое. На 9240 прислать свои варианты. И если этот вариант окажется правильным ответом, и вы будете первым правильно ответившим, получите пригласительный в театр. И тут важно заметить, вначале будет объяснение. Но это, опять-таки, объяснение людей обыкновенных. У них свои какие-то взгляды. Вот. А по поводу грамматики не стоит там очень прям вслушиваться там конкретно, потому что некоторые фразы нужно воспринимать не буквально. Это бруклинский акцент. Это бруклинский акцент, да. Итак, что это такое? 9240, ждем слова. Я не знаю, почему пишу через «о». Знакомый мужчина как-то сказал, что ему нужна такая женщина. На рок-концертах можно его встретить. Нечто очень-очень красивое. Он не боится кочерги. Бывает хорошим, бывает плохим. В понимании детей. Красивое неконтролируемое явление, которое еще с древних времен использовалось для начала как помощь, а потом оно же нам стало приносить вред. Элемент многих шоу очень ярких. В древние времена им заправлял бог Перун. Вот. Но, опять-таки, тут по ассоциациям больше. Не стоит все буквально. В принципе, я понимаю человека, который... Может, он больше на мове говорит в реальной жизни. А, ну, может и так. Поэтому это слово для него удивительно, почему так пишется. На белорусской мове мы... Да. Поэтому 9240, что это за слово, нам описывали наши друзья из МЧС. Через минут 7 подведем итоги, пока послушаем «Бэтмен Тернер Овердрайв». «Бэтмен»? Бэкман. Рэнди Бэкман там я был. Я думал, я Бэтмен. Да, и Тернер. И у них общее было «Овердрайв». Поэтому и песня называется «Taking Care of Business». Вот хоть английский выучим. Худо-бедно. Объяснительно. Объяснительно загадывало слово. Внимание, слово называлось «Огонь». Огонь. Огонь. Слово было «огонь», и наши друзья из МЧС... По-белорусски «огонь». Да, или «огонь». Рассказывали свое мнение об этом слове, как они его видят, воспринимают. Ну, чтобы вам не называть, чтобы не было довольно очевидно, но люди справились с задачей. Еще раз послушаем. Да, давайте послушаем. Как объясняли сотрудники МЧС, чтобы уже точно все удостоверились, что речь шла про огонь. Ну вот, а потом назовем цифры в номере, последнюю цифру в номере человека, который первым правильно ответил. Я не знаю, почему пишу через «о». Знакомый мужчина как-то сказал, что ему нужна такая женщина. На рок-концертах можно его встретить. Нечто очень-очень красивое. Он не боится кочерги. Бывает хорошим, бывает плохим. В понимании детей. Красивое неконтролируемое явление, которое еще с древних времен использовалось для начала как помощь, а потом оно же нам стало приносить вред. Элемент многих шоу очень ярких. В древние времена им заправлял бог Перун. Ну, вот такие вот были высказывания. Это действительно огонь. Всем спасибо за участие. Да, но пригласительный в театр на постановку «Беспреданница» достается нашему слушателю, номер которого заканчивается на цифры 059. Поздравляем. Поздравляем. Сейчас позвоним. Да, совершим телефонный звонок, расскажем, как забрать пригласительный.